Всем привет! Сегодня мы рассмотрим have и have got. На самом деле они абсолютно не отличаются по смыслу. И они обозначают иметь. Ну, например, у меня есть дом. Я имею дом. I have a house. Или I have got a house. Я могу и так сказать. В чем же разница? А разница в построении отрицательного предложения и вопросительного. Ну, давайте рассмотрим have в настоящем времени. Например, я хочу сказать, они имеют дом. They have a house. Для отрицания мне потребуется дополнительный вспомогательный глагол don't. И я скажу так. They don't have a house. У них нет дома. А чтобы задать вопрос, мне понадобится вспомогательный глагол do в настоящем времени. Do they have a house? У них есть дом. Что же происходит с have got? Они имеют дом. They have got a house. Для того, чтобы сделать отрицание, have поменяется на отрицательную форму haven't. И получится так. They haven't got a house. У них нет дома. А чтобы задать вопрос, нужно have переставить вперед. Перед местоимением they. Они. У них есть дом, они имеют дом. Have they got a house? Вот такая разница.